Всем привет, мои листочки, с вами Мэй, вы на моем канале Тока Джимми. И сегодня я буду обустраивать школу, но не обычную школу, потом расскажу какую. Что ж, всем приятного просмотра. Начнем с того, что я вернулась после 10 или 11-дневного отпуска. Я не сильно люблю пропадать на канале, но мне было лень, да. Просто помимо этого канала у меня еще есть канал «Погаче». И туда тоже нужно снимать видео, если вам интересно. Ссылочку на этот канал я оставлю в описании и, может, даже закреплю в комментарии. Что ж, и давайте сначала поговорим про обустройство, а потом уже и на другие темы. Давайте сначала подумаем, что это может быть. Вспоминаем моего кота Джима. Ну, у меня, правда, не только он, но все же. У него была своя школа. В этой школе котов учили, естественно, тому, как управлять хозяином. И вот эта вот маленькая комната с лестницей и книжкой – это краски вход. Это была подземная школа, она находилась под ковром, получается, ну, под полом дома Вероники и Мэй. Вот под ковром краски был люк, и туда спускались. Получается, в этой маленькой комнате коты записывались или просто отмечали то, что они пришли. Новенькие записывались, естественно. Ну да, вначале у нас это такая комната с входом и лавочка просто, где заколочено окно. В этом окне можно было видеть, кто поднимается или спускается по лестнице, чаще спускались. Но Джим решил заколотить это окно, потому что он не любил это все смотреть. Вторая комната – это кабинет. Кабинет мне, получается, он очень прям понравился. Мне прям реально, прям крутой. Потом у нас идет столовая. Да, я решила шторками обозначить типа обои. Ну, потому что это не должна быть улица, это по типу бункера. Подземная школа такая. Потом идет у нас ванная и туалет. Там была ванная, это для того, чтобы наказывать непослушных. А если там кто-то у них любил воду, то это было как, можно сказать, не наказание, а наоборот, за что-то хорошее. Или какие-то успехи в учебе тех, кто любил воду, и отправляли. Также могли за успехи в учебе давать рыбу, которая находилась в столовой. Но иногда ее просто можно было взять, но не всегда. И последняя комната – это у нас кабинет учителя. Естественно, там все было завалено подушками и все такое. Ну, потому что это кабинет Джима, значит, ну, все. В этой школе могло максимум учиться 6 человек, как вы видите, 6 лежанок. 6 лежанок – это типа были парты. Они записывали очень мало, конспекты у них были небольшие, но бывало, конечно, побольше, но это если прям такая сложная тема на уроке, там если нужно прям, если хозяин ни в какую уже не хочет поддаваться, там нужно было уже реально сложная тема. Но они чаще выходили к доске и больше Джим им рассказывал и показывал. Получается, давайте теперь поговорим на другие темы. Ну, думаю, потому что вы уже поняли то, что это школа Джима. Что ж, я не знаю, я могу вот так вот уходить, но я не хочу уже прям ну, так вот на 11 дней, для меня это уже много. Максимум я хочу не выпускать видео 2 дня, ну хотя бы через день. Вообще я хотела бы выпускать видео каждый день, но не всегда это получается. Я бы хотела выпускать каждый день шонца, но мне лень. Также спасибо то, что вы вот на шоте, который был день назад, набрали 2-300 просмотров. Для меня это очень много. Спасибо вам большое. Что ж, я не знаю, когда я сделала оценку каналов подписчиков. Я просто уже как-то немного забросила эту тему, но я все-таки хочу ее доделать полностью. И не надо мне потом в комментариях писать по третьей части то, что вы хотите себя. Но не знаю. У меня там уже и так куча людей. Что ж, также я никак не могу доделать шпиона. Я его уже начала делать, но не могу его доделать. Но вроде, по идее, я надеюсь, то, что я его скоро смогу выпустить. И, ну блин, мне лень. «Нелюбимую дочь» я начинала снимать, но не досняла, потому что у меня слетел дом. Но все-таки давайте не будем загадывать, но в октябре постараюсь сериалы вот эти вот начать, а шпиона вообще закончить. Что ж, в принципе, видео получилось не таким уж и длинным, и мне это даже нравится. Я не люблю сильно длинное обустройство, и потому что их сама не могу смотреть, прям что-то очень длинное. Что ж,
Мне пока нечего больше говорить. Давайте сейчас придумаю еще какую-то тему для разговора. Думаю, вам сейчас скажу небольшой спойлер. То, что в понедельник будет интересное достаточно видео. Ну, как интересное. Мы с Вероникой опять должны переехать, но не сразу. Все узнаете потом на моем канале. Что ж, также я думаю то, что мы с Вероникой будем жить полностью осень. И надеюсь, что мы скоро с ней снимем влог с Парижа. Ну что ж, всем пока-пока. Сейчас уже будет результат всей нашей школы.